Я Кай, капитан команды Стакс. Мы, воины Кайро, путешествуем по вселенной в поисках энергии жизни. Только мы можем спасти вселенную от злых сил Лакара. Мы собираем повсюду энергию Кайро. Она дает нам мощные атаки и способность превращаться в невероятных монстров. Тот, кто подчинит энергию Кайро, станет всемогущим Редикай. Мое имя Кай. Я воин Кайро. Моя миссия — покорить Кайро. Редикай. Битва за Кайро. Снова настал подходящий день. И каким выдающимся должен он стать? Ты считаешь эту стену великолепной? А я попорчу ее следующей атакой! Ядовитый выброс! Ладно, атаковать нас еще куда ни шло, но разрушать одно из самых грандиозных сооружений человечества — совсем другое дело! Солнечный ветер! Синяя атака? Получи зеленую! Звуковая атака! Да! Ну вот, и победа снова за нами. Ну и где мой приз? Пожалуйста, принцесса. Какой тяжелый! Этот меч калечит мои нежные ручки. С каких это пор мы позволяем команде Империас побеждать нас? Им просто повезло. В следующий раз победим мы. Вот только сначала выберемся отсюда. Когда снова будешь говорить, да тут всего 10 метров, напомни мне, чтобы я тебя не слушала. Прости, Майя, тогда это казалось хорошей идеей. Скажи это моему отбитому заду. Может, у мастера Би есть какой-нибудь чудесный рецепт обезболивания? Ого, посмотрите! Ого, сегодня что, какой-то праздник? Осторожно, разойдитесь, дорогу. Привет, Муки, что здесь происходит? О, ничего особенного. Просто легендарные редакаи проводят сегодня свое традиционное собрание в монастыре. Редакаи? Здесь? Вот здорово! Да, здорово всем, кроме того, кому придется готовить на всю компанию. Да еще и без предупреждения. Просто невероятно. Расскажи о них, редакаи. Жду не дождусь, когда все начнется. Простите, но собрание только для редакаев. Возможно, однажды и вы примете в нем участие, но в этот раз придется удовлетвориться созерцанием мастеров. А вот и они. Эй, смотрите, мастер Эйток! Ты права. О, как он играет на флейте. А это кто такой? Это мастер Квантус, самый старый и уважаемый из ныне живущих редакаев. Ого, есть кто-то старше вас, мастер Би? Столько мастеров Кайро, собравшихся в одном месте, необычайное событие. Необычайное по своей мощи. И поэтому бывает только раз в 10 лет. Новый источник Кайро, и в этот раз на другом конце земного шара. Тогда нам пора отправляться. Жаль, что пропустим все интересное. Взгляни на это иначе. Сейчас мы быстренько слетаем и соберем Кайро, как будто утром мы не проиграли. Отличная работа, команда Империас.
Первая часть плана выполнена. Первая? Да, первая. Дальше нас ждет кое-что поинтереснее. И меня, и вас. Похоже, мы уже на месте. Отлично! Вот только где? Согласно одометру корабля, дальше, чем когда-либо за все время поиска в Кайру. Ну, тогда садимся. Нужно размяться, прежде чем приниматься за поиски. Насчет отдаленности. Удивляюсь, как Кайру вообще попала сюда. Ну, зато на таком маленьком острове будет легко найти реликт. Сигнал уже ловится. Он близко. Смотрите, чтобы не появились враги. Все сюда! Не может быть. Это тот самый реликт, который был утром. Да, может, Империас просто решили подшутить над нами? Но, похоже, на острове никого, кроме нас, нет. Может, это совпадение? Думаю, что в мире может быть много мечей такого образца. Совпадение – это когда ты очень голоден, а кроме еды, приготовленной муки, ничего нет. А это похоже на что-то совсем другое. Ты уставился на этот меч так, словно это вопрос на викторине. Что с тобой? Что-то в этом деле не так, Бум. А что, если Империя специально оставили тут этот реликт? Оставили? Но зачем им это? Может, они хотели отвлечь наше внимание от чего-то? А, ребята, сейчас будет видение! Майя, что это было? Что ты увидела? Я не уверена. Но совершенно точно, нам нужно возвращаться в монастырь немедленно! Посмотрим. Эти блюда отвечают вкусовым пристрастиям всех, кроме мастера Крибоса. Объявляю начало 871-го собрания редакаев. Нужно поторопиться. Где же мне найти измельченный гранит для паштета? Приветствую вас, редакаи. Начать собрание следует с пересказа самых интригующих событий нашей истории. Все началось много лет назад, когда многие из нас были еще учениками, и было нас всего 8. Во время нашего долгого пути к уровню мастеров, один из наших коллег выбрал сторону зла. Когда Лакара исключили из редакаев, он украл всю вселенскую энергию Кайру и сбежал. Лакар использовал Кайру во зло и во время Великого Катаклизма уничтожил одну из планет. Но нам удалось захватить контроль над кораблем Лакара благодаря судну Кайру, находящемуся внутри него. Коннор Стакс спрятал судно на отдаленной планете. Когда Лакар снова напал, Коннор направил судно к земле. Оно взорвалось, и части Кайру разлетелись по разным уголкам земного шара, наполнив собой реликты. Что переносит нас в настоящее? Мы обучили своих воинов собирать Кайру во имя добра, а Лакар обучил своих собирать ее во имя зла. Нам нельзя проиграть эту битву. От этого зависит судьба всей вселенной. Приятно видеть, что мы все собрались здесь. Чтобы победить, мы должны быть едины. Мы в будущем должны оставаться вместе. Это будет очень долгая война. Да. Перейдем к другим вопросам собрания. Выясним распределение Кайру по миру. Куда он нас ведет? Мы целый час карабкались по скалам, как горные козлята. Скоро все мастера погрузятся в транс и станут уязвимы к моей атаке. Нельзя упустить такой возможности. Я чувствую еще очень много неоткрытых источников Кайру по всему миру. Я тоже. Глупцы, вся эта Кайра моя. Мои воины просто еще не добрались до нее. Ха-ха-ха!
Лакар! Верно, старик. А моя атака замедления надолго задержит вас здесь. Простите, что отвлекаю. Я долго ждал этого дня. Я вытяну из вас всю энергию Кайру, и это станет новой главой в моей истории. Я вытяну из вас не только Кайру, но и всю жизненную силу. А вот и ваши спасители. Немного опоздали. Пока ничего необычного не заметно. Нужно все проверить, чтобы убедиться. Осторожно, это может быть ловушка. Стаксы приближаются. Займите их, пока я выкачиваю Кайру из мастеров. Выкачивает Кайру? Означает ли это, что он наконец победит в этой войне? И отпустит родителей? Не знаю, но пока это не произошло, лучше в точности выполнять его приказы. Все еще ничего. Давайте заглянем внутрь. Идемте. Муки! И мастер Баудай, и Радикай, что здесь творится? Мы здесь творимся! Ну, конечно. Кто еще мог нарушить мирное течение собрания радикаев? Тебе это не сойдет с рук, Лакар. Глупый мальчишка, уже сошло. Чтобы спасти своих драгоценных мастеров, вам сначала придется сразиться с нами. Кто готов к поединку? Мы! Вызов принят! Баадай и остальные. Если мы хотим их спасти, нужно сначала победить Империас. Ты прав. Надоем им. И нужно поспешить. Метаноид. Реактивный прыжок. Чемастер. Падение звезды. Харриер. Снайперский прицел. Оселот! Капкан смерти! Варнет! Укус сумасшествия! Я раньше и не думал, что почувствую в себе еще большую силу, чем уже есть. Что там делает Лакар? Не знаю, но точно ничего хорошего. Если хотите выжить, то лучше обратите внимание на происходящее здесь. Капкан смерти! Правда, внимание не поможет одолеть Варнета. Варнет! Укус сумасшествия! Майя! Не смотри вниз, я тебя держу! Да уж, по сравнению с этим наш утренний прыжок просто ничто! Я же сказал, не смотри! Рыцарь змей! Чемастер! Падение звезды! Почти попал! Скорее, Кай! Я больше не могу!
справлюсь, мне понадобится помощь! Метаноид! Спасибо, Метаноид. Теперь нам нужно собраться. Этот бой нам нельзя проиграть. Давайте, соберитесь. Я хочу покончить с ними прямо сейчас. О, как приятно, могущество. Пожалуй, я сделаю тебя снова смертным, Бадай. Получай, что заслужил. Я знаю. Давайте бросимся на них и сильно ударим. Реактивный прыжок. Плазменный взрыв. Отлично, Кай. Да. Вот так мы побеждаем. Спасите меня! Я спасу вас, если пообещаете месяц не нападать на нас. Два поединка за день – это чересчур. Хорошо, только быстрее. И это останется у нас. Идем, надо спасти радикаев. Вы ничего не сделаете, слишком поздно. Никогда не поздно, Локарт. Особенно, если ответ у нас в руках. Кай, ты помнишь, что воины Кайру не должны биться на мечах? Мы не будем биться на мечах. Мы будем бить тем, что внутри меча. Соберем Кайру с этого меча и посмотрим атаки. Точно! Похоже, это разряд молнии. У меня тоже. И у меня. О, ну вот, а я надеялся, что мы получим разные новые умения. Не спеши расстраиваться, Бум. Если мы все вместе атакуем радикаев новым умением, то, возможно, это выведет их из транса. То есть мы должны атаковать мастеров? Таков мой план. Остается только надеяться, что в этом ты прав, приятель. Иначе быть в беде. Стоит попробовать. У нас нет выбора. Разряд молнии! Разряд молнии! Сработало! Что такое? Ой. Молодцы, воины. А вот ты... Во мне очень много Кайру, Бадай. Тебе не одолеть меня! Ни одному из вас! А как насчет всех сразу? Ребята, похоже, сейчас мы увидим настоящий салют. Вы не сможете остановить меня. Это мы еще посмотрим. Да, конечно. Мастер Бадай! Мы сделали, что могли. Теперь это их бой, а нам остается лишь наблюдать. Впечатляющая демонстрация силы. Согласен. Но, как известно истинным мастерам Кайру, добро всегда сильнее зла. Надеюсь, вы уже наигрались, ведь бой сейчас закончится. Навсегда! Бой закончится, когда я скажу. А сейчас пора вернуться в бой. Атака замедления! А теперь останется только твое. Круто! На сей раз мы интересное не пропустили.
Теперь баланс во Вселенной восстановлен. Поскольку Лакар больше не представляет угрозы, можете забрать его. А это обязательно? Может, оставить его тут, пока Атака не отпустит? С ума сошла? А наши родители? Нужно забрать его. Хватит жаловаться, берем его, пока он нас не услышал. Он еще тяжелее, чем этот дурацкий меч. Этот день был поистине замечательным. В том числе и благодаря вам. Всегда рады помочь. Да, мы никогда не отвернемся от вас, настоящих радикаев. Мы тоже хотим стать такими, как вы. Если Лакару когда-нибудь удастся преуспеть, весь мир будет под угрозой. Прощай, мастер Баудай. Прощайте, ученики. Как хорошо прошло собрание. Счастье, что бывает они раз в 10 лет. Ну а? Никто ничего не съел. Стойте! А гранитовый паштет! Есть много сильных атак, таких как звуковая, которые могут защитить тебя от исходящей угрозы. Баодай доказал, что он настоящий мастер Радикай, сумев отразить последнюю атаку Лакара на него же самого.